иди. Да я за мамочкой, хороший мальчик. Тебе налить, Марш? Немного. Все так вкусно, Петунья. Побольше. Я ведь сама не готовлю, у меня 12 собак. Еще немного. Вот, молодец. Хочешь попробовать бренди? Немножко бренди, 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 винди, венди, мой мулипусик. Что ты ухмыляешься? Где он учится, Вернон? В школе Святого Брутуса. Это как раз для таких безнадежных, как он. А там не забывают их пороть? О, да. Конечно, меня несколько раз пороли. Прекрасно. Чепуха, что нельзя бить учеников, которые заслуживают этого своим поведением. Ты абсолютно не виноват в том, что он вырос таким, Вернон. Тут уж ничего не поделаешь. Просто у мальчишки дурная кровь. Кем был его отец, Петунья? Никем. Он не работал. Он был безработным. И пьяницей, разумеется. Это ложь. Что ты сказал? Мой отец не был пьяницей. О, Господи! Не волнуйся, Петунья, я просто очень крепко сжала бокал. Кажется, тебе пора в постель. Не надо, Вернон, а ты убери. Отец тут ни при чем. Все дело в матери. У собак точно так же. Если сука попалась с изъяном, то и щенки будут ненормальные. Заткнись! Закрой рот! Так, заруби себя на носу, я... Ставит меня идиотский пес! Ну что ты делаешь? Злый ты!